Да, поехали. Здравствуйте, с вами Юрий Черней и Сергей Лукин. Сегодня мы вам покажем нестандартный бросок мельницы. Рассмотрим мельницу. Правой рукой мы прихватываем шею, левой рукой мы прихватываем правую руку соперника крюком. Пальцы вместе должны быть. Головой упираемся в плечо. Мы делаем левой ногой шаг в сторону, вот сюда видно. Вместе с шагом делаем нырок под руку, под правую руку соперника. Смотрим. Раз. Видно. Дальше. Спина должна моя быть прямой. Не сгибать ни в коем случае. Правой рукой хватываем ногу. Левой рукой затаскиваем руку в сторону. Прям затаскиваем. Прям можете почувствовать, как соперник висит. Дальше движение ваше идет прямое. И за собой его тащим. Все, подняли. Левая рука вниз. А правая рука подкидывает ноги вперед. Еще одно. Если вы попытаетесь сделать медленно, мельница не получится. Все очень быстро должно быть. На скорости. Раз. После броска можно провести рычаг локтя. Спасибо за внимание. С вами был Юрий Черней и Сергей Лукин. Занимайтесь спортом. И подписывайтесь на канал Blood & Sweat.